торговых центрах Башкортостана на четверть сократилось количество покупателей. Об этом сообщили эксперты рынка коммерческой недвижимости. На сегодняшний день в ТРЦ «Планета» приостановили работу 13 магазинов, такие как H&M, «Манго», «Зара», «Бершка». Эти же магазины, еще 6 галерей, закрылись в центре «Мега». В администрациях торговых площадок не раскрывают информацию о возможном расторжении договоров аренды. Эксперты говорят, что таким компаниям при окончательном уходе будет сложно снова вернуться на российский рынок. Я думаю, что раз они уже приняли решение приостановить свою деятельность, то мы должны исходить из того, что, значит, рассматривать ситуацию все-таки, ну, как бы в таком неблагоприятном контексте, что ли, да? Что будет, если они уйдут. Потому что если они в итоге восстановят свою деятельность, ну, восстановят и восстановят, и хорошо. И вот если они уйдут, то тогда что будет происходить? Чем и как мы будем замещать их продукцию? Я думаю, мы должны исходить из этого, прежде всего. Напомню, за последние 2 недели с российского рынка временно ушли, ограничили свою деятельность около 100 зарубежных брендов и концернов, в том числе Unilever, Nestle, Danone и другие. Отмечу, на сегодняшний день российские общественники уже направили список из 59 зарубежных компаний, которым предлагается национализировать, чтобы избежать массовой безработицы.